Знаете, есть такой известный ученый, расскажу про него. Это очень умный человек, очень-очень-очень умный. Он как Эйнштейн, он вычисляет там в голове, там у него куча всяких процессов проходит. Очень-очень сильно умный. Его голова, мозг просто уникален. Но этот человек, он не может делать простейших вещей. Он не может завязать себе шнурки, он не может почистить зубы, он не может даже во рту ничего держать. Для него сделали специальный аппарат, чтобы все вот эти умозаключения, он мог как-то их выдавать. Он просто может дуть в трубку. Его тело абсолютно не слушается. Ну, тело не работает. У этого человека в молодости он очень хотел быть физиком, там все изучал, все нормально с его телом было. И когда он учился, его тело просто потихоньку переставало его слушаться, просто отключалось. И он просто как медуза. Ну, можете зайти в интернет, посмотреть. О чем я хочу сказать, друзья мои? Если тело твое не работает, то есть какая-то проблема. Знаете, в нашем теле так все устроено, что все соединено. Голова соединена, да, вот ты захотел рукой двинуть, да, ты двинул, ты захотел ногой. Если что-то парализовано, то это, ну, что-то ненормальное, что-то нужно делать. Почему Иисус говорит, будьте едины? Если Иисус голова, с головой все в порядке, голова уникальная, уникальная. Но так бывает, что тело просто, ну, не функционирует. Почему? Потому что тело не слушает команды. Оно может двигаться само по себе. Потому Бог говорит, если хотя бы двое соединятся между собой, я высвобожу свое помазание, свою силу. Вы знаете, друзья мои, что многие вещи просто не приходят, когда ты один. Многие вещи приходят на единство. Вы знаете, что в единстве есть огромная сила. И если твое тело будет здорово функционировать, ты будешь побеждать. Если твое тело будет просто в согласии с самим собой, просто, если твое тело, оно будет функционировать так, как ты этого хочешь. Знаете, я хочу перевести это просто на церковь. Мы же все разные. Абсолютно все разные. И в теле все органы, они абсолютно разные. Почки не похожи на сердце, сердце не похоже на голову. Все разное. Но почему-то оно работает в тандеме. Все работает очень слаженно. Знаете, друзья мои, если мы не сможем друг друга воспринимать, знаете, мы должны быть живыми камнями, мы должны быть соединенными в одно. Это очень важно. Знаете, Иисус очень много говорил ученикам своим, будьте едины, как я с Отцом. И помните, о чем мы говорили? Последняя молитва Иисуса перед учениками, чтобы они слышали. Отец, я сохранил их во имя Твое. То есть при мне они были в единстве. Но говорит, ну пусть они будут едины. Иисус знал характер, потому что ученики очень часто ссорились между собой. Знаете, может сейчас то же самое происходит. Единство – это очень сильная штука. Знаете, мы можем соединяться на хорошие вещи. Знаете, что единство – это не… Ну, ты можешь соединяться на что-то хорошее, а можешь соединяться на что-то плохое. Да? Я вам хочу прочитать один пример. Бытие, 11 глава. «На всей земле был один язык и одно наречие». Ну, пока на этом остановимся. Здорово, когда люди разговаривают на одном языке, да? Ну, что друг друга понимают. Очень легко прийти к согласию, когда мы разговариваем на одном языке. Знаете, люди могут разговаривать на одном языке, но они друг друга абсолютно не понимают. Вообще. Знаете, почему люди разводятся между собой? Потому что они разговаривают на разных языках. Они как бы говорят слова, но они друг друга абсолютно не понимают. Я вот это, ну, на себе испытал. А кто вообще ссорился? С мужем, с женой? Часто? Да у тебя ж нету мужа. С родителями кто ссорился? С родителями кто ссорился, я спрашиваю. Правильно, молодцы. Ну, в смысле, почему? Почему вы ссоритесь с родителями, с мужьями и женами? Почему я ссорился? Потому что мы перестаем друг друга понимать. Знаете, что дьявол делает? Он вносит разъединение. А в Библии написано, я обращу сердца отцов к детям, сердца детей к отцам. Знаете, Бог, Он за единство вообще между поколениями, между женами, между мужьями, между людьми вообще, между церквями, между конфессиями. Вы слышите меня? Бог за это. Дьявол за то, чтобы мы просто видели только разъединение. Вообще, чтобы мы не пришли к единству. В единстве огромная сила. Знаете, приведу простой такой пример. Вот представь, что ты заколотил вот там тесто,
на что там, на кексы, на что-нибудь как бы. И просто забыл добавить один ингредиент, там, допустим, или соду ты забыл добавить. Знаете, ну, процесс может быть, ну, нехороший, ну, не получится. Знаете, в церкви может быть все, молитва там, прославление как бы, но если не будет единства, то это все вообще как бы ничего, вообще не играет никакой роли. Иисус не говорил, что всегда просто, последняя, самая главная его молитва, говорит, будьте едины. Знаете, мы эти вещи просто опускаем, и мы не берем их вообще в учет. Первый бунт на земле, это был, когда у людей были одни языки, и они согласились что-то вместе построить. Они согласились, они говорили на одном языке, они хотели прославить себя. Давайте прочитаем. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинулись с востока они и нашли землю Синар, равнину, и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичи и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней. Значит, до этого они строили из камней. И земляная смола вместо извити. И сказали они: построим себе город, башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу земли. Эти люди, они хотели сделать себе имя, они хотели прославить себя. Им очень хотелось прославить себя. В принципе, ну, мало что поменялось. Знаешь, кто не хочет прославить себя? Ну, раб. Ему как бы вообще, ему слава неинтересна. У него, знаете, в небо войдут только рабы. Писание говорит: верный и добрый раб. Знаете, туда не войдут генералы, туда не войдут просто люди, там вот, если у тебя что-то там материальное что-то есть, туда войдут рабы, туда войдут слуги. Знаете, когда церковь живая, когда в ней много рабов, слуг Божьих, делателей Божьих, никогда там много просто умников, которые просто цитируют Писание, что-то говорят, что-то там рассказывают. Когда там рабы, они не хотят вообще себе славы, они просто хотят, чтобы Царство Божие, оно умножалось. Иисус, написано, Он принял образ кого? Раба. Просто Он принял образ самого последнего раба. Ты хочешь быть успешным, ну, в служении, нам нужно принять образ раба. Но эти люди, им этот образ не интересен. Им хотелось свою гордость просто напитать, и они начали строить. Я читал, что это, она была построена в виде таких ступенек, чтобы люди могли подняться. И они строили, 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 и Бог говорит: я вижу, что они соединились, и они от этого не отступят. Знаете, в единстве есть огромная сила. Знаете, когда люди соединяются на зло, просто на какое-то зло, когда люди соединяются, у них есть определенная цель, да, допустим, ну, к примеру, выставить какую-то квартиру, да? Собрались, допустим, 4 человека, да? Они выслеживают, горит свет, не горит, приезжает, не уезжает, как взломать, как это. Люди четко всю схему, они вместе, у них есть одна цель. У них есть цель, и эта цель их просто зажигает. На этом есть определенный дух. Знаете, когда люди, соединенные на зло, на ненависть. Очень много разных течений, допустим, скинхеды, да? Люди, которые заряжены на то, чтобы бить черных, просто убивать их. Почему? Потому что над этим есть определенный дух. Люди соединились на зло. Знаете, Павла тоже люди соединились, они вошли в пост и говорят: мы не будем есть, пока не убьем его. Злоба, она может соединять тебя с кем-то. Знаете, дух к духу тянется. О чем я хочу сказать? Почему Писание говорит: общайся с мудрыми, ты будешь мудрый. Если ты общаешься с людьми злыми, ты, соответственно, будешь злой. Если ты будешь общаться просто с наркоманами, даже если ты просто не будешь колоться, со временем, через какое-то время тебе просто захочется, тебе просто будет интересно. То помазание, которое на них, оно перейдет. Знаете, друзья мои, немножко скажу. Болезнь рака – это не физическое заболевание. Я знаю просто семья, которая... Муж, жена, которые не соединены просто родственными какими-то узами. Муж и жена – это как бы, ну, не брат и сестра. И когда семья умирает друг за другом, ну, на этом есть определенный дух. И в Писании это тоже написано, что слово их не будет распространяться, как рак. Вы знаете, когда ты находишься с больным человеком очень долгое время, у тебя настроение такое, ну, не очень. И ты можешь пропитаться просто вот этой вот, ну, смертью. Если ты будешь находиться долго в морге, знаете, кто в морге работает?
Люди работают. Люди работают. Это особенные люди. И особенные люди, ну, я не хочу сказать, что у них что-то с головой не так. Там тоже кто-то должен работать. Но на этих людях есть дух смерти. Они постоянно общаются с трупами. Ну, они постоянно живут, они могут кушать там, когда трупы. Ты не можешь себе этого представить. Но там, где ты находишься, эта атмосфера, она на тебя влияет. Хочешь ты или этого не хочешь. Если ты находишься в церкви, даже если ты грешник, ну, Бог на тебя будет влиять. Вы знаете, что грешники, они больше открываются для Бога, чем религиозные люди. Грешники, они намного открытие, они как дети. Почему Писание говорит, будьте как дети, на злое, но по уму как совершеннолетние? Тяжелее всего достучаться, знаете кому? Тот очень давно в церкви, очень давно верующий, который очень много-много знает. Аминь, да. Хорошо. «И сошел Господь и посмотрел город и башню, которую строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. Вот что начали они делать, не отстанут». Знаете, даже Бог говорит, они не отстанут, они не остановятся. То, что они начали делать, они не отстанут, они не остановятся. От того, что задумали делать. «Сойдем же и смешаем, сойдем же». Здесь написано «сойдем же». Бог говорит, не я сойду, а сойдем. То есть Отец, Сын и Дух Святой. «Сойдем же и смешаем там языки их, так, чтобы они не понимали речи друг друга. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему ему имя Вавилон». Вавилон переводится как смешение. Как смешение. Ну, как бы непонимание, смешение. Знаете, но когда в церкви Вавилон, вот это уже страшно. Когда в церкви есть смешение. Знаете, Бог говорит, я создам церковь мою единую, которую врата ада не одолеют. Вы слышите меня? Но есть и вещи там, где даже Бог рассеивает церкви, рассеивает служение, потому что там смешение, там Вавилон, там человеческая гордость. Оно может быть в прославлении, оно может где угодно. Особенно прославлению нужно бодрствовать. Знаете почему? Потому что он ходил среди огнистых камней. Потому что он был очень красивый. Херувим осеняющий. Его сердце пришла гордость. Знаешь, дьявол, он хотел отделиться, он хотел построить свое царство. Он говорит, я встану выше Бога. Вот эти люди, которые строили эту башню, они это делали просто потому, что они были под духом бесовским. Они пытались построить свою славу. Дьявол то же самое делает. Я хочу, чтобы мы просто поразмышляли о теле. О теле. Писание говорит, когда мы вкушаем, что мы размышляли о теле. Что это значит? Чтобы мы подумали о теле. О каком теле? О теле Иисуса Христа. Что его не нужно разрывать. Его не нужно рвать. Послушай, ну если ты разрываешь тело, если ты приносишь ссоры, это все равно, что ты, допустим, все, я не буду с этим пацаном общаться, он мне неприятен. Это все равно, что возьми себе мизинец просто, отрежь, скажи, все, он мне не надобен. Друзья мои, написано, страдает один член, страдает все тело. Если ты не чувствуешь боли другого, то подумай, ты в теле вообще? В Писании написано, что у них все было общее. Говорит, у них все было общее, никто не нуждался. То есть, если у человека не было денег, просто приносили, ему давали, кто в чем нуждался. О чем я хочу? Я не то, что вам говорю, чтобы вы продавали дома и раздавали все. Я говорю о том, чтобы ты чувствовал боль других людей. Когда ты заходишь и покупаешь себе колбасу, узнай, есть ли у твоего соседа хоть хлеб. Я верю, что в эти вещи, друзья мои, когда у нас есть взаимоскрепляющие связи, мы понимаем, мы чувствуем боль друг друга. Вот в этом церковь, вот в этом тело. Бог говорит, размышляйте над телом. Почему, когда ты должен идти сюда, вот хлебопреломление, почему нужно примириться? Потому что эти раны, ну, нужно, чтобы они зажили. Мы даже не соображаем вообще, зачем? Зачем мне нужно примиряться? Да потому что ты находишься в разрыве. Иисус говорит, будьте едины, возьми, помирись с братом своим. Найди эти точки соприкосновения. Да, он против тебя что-то сделал. Возьми, будь умнее, будь сильнее, покрой. Написано, любовь, она покрывает. Вы знаете, что наше тело уникально устроено. Оно реагирует на внешние какие-то... Если тебя ударили, там, да, там, ты порезался, эти вещи, они быстро заживают, особенно если ты хорошо кушаешь. Да? Организм быстро сопротивляется, свертываясь крови, все там как бы заживает даже без... Но те вещи, которые происходят внутри, их намного сложнее с ними бороться. Я за то, чтобы у нас внутри не было никакой язвы.
Потому что ты можешь даже не обнаружить вот этот горький корень, который просто разъедает. Что это? Это может просто простая обида. Ты просто где-то там поймал себе, и все, ты ее развиваешь, она у тебя развивается, и она просто тебя разрывает. Ты просто вносишь в тело, ну, вот этот хаос. И все твои слова, они выходят просто из обиды, из страха, из гнева, и ты несешь просто разрушение. Разбирайся сразу, чтобы тебя не порвало просто. Поймите, дьявол пришел украсть, убить и погубить. Что украсть? Радость твою, общение с людьми. Ты можешь победить только в команде. Послушайте, Бог не просто так говорит: будьте, не отлучайтесь от Иерусалима. Говорит, не отлучайтесь, все, ждите обещанного. Толпа ждала людей. Сколько там человек было? Ну, по историческим данным, там было 500 человек. Осталось 120. Где 380 делось? Остались 120. Осталось только 120 человек. Дух Святой сошел. Именно в тот момент люди дождались. Знаете, многие вещи просто не происходят, когда мы не в единстве. Эти люди дождались. Многие вещи приходят, когда люди в единстве. И оно не всегда, когда толпа народа. Иногда единство за счет вычитания. За счет вычитания. Знаете, Иисусу вообще не нужна была толпа. Он говорит: ребята, если вы что-то не понимаете, вы можете тоже оставить меня. Он говорит: я и Отец одно. Этого достаточно. Знаете, тебе не нужно идти просто за толпою. Это не единство. Единство, когда вы в мыслях соединились. Друзья мои, единство — это как, ну, как снаряд. Написано, когда сойдет Дух Святой, вы примете силу. Одно из греческих переводов слова «сила» – «динамос», то есть корень его там – «динамит». Ну, о чем хочу сказать? Когда мы вместе, мы – динамит. 100%. Друзья мои, дьявол так боится единства. То, что Иисус собрал людей, Он все компоненты собрал. Вы знаете, мы, когда были подростками, мы делали взрывпакеты, и сурик, серебрин мешали там, определенные пропорции, камушки такие гладкие, и плотно связывали, и потом кидали там по стенам, и на Новый год, чтобы весело было. То есть он взрывался только тогда, когда все эти компоненты были вместе, когда-то что-то в единстве. Понимаете, друзья, есть вещи, которые происходят только в единстве. Церковь – это не просто, ну, что ты пришел, послушал, это тело, это семья. Иисус сам сказал, ну, царство, которое разделилось само в себе, оно просто не устоит. Друзья мои, если мы будем почитать друг друга высшим себя, если мы будем просто служить друг другу, наша церковь, она будет реально как армия, как полки со знаменами. Никто нас не преодолеет. Смотри, мы все разные. Вот я смотрю вот, ну, просто на людей, даже просто на лидерский состав, абсолютно все разные, мнения разные вообще, как бы, полностью отличаются, внешность разная. В этом и есть красота, друзья мои. Мы должны видеть в этом не какую-то, ну, разность, мы должны видеть в этом красоту. Знаете, Бог не создал таким образом, чтобы люди были похожи друг на друга. Хотя, мне кажется, эти китайцы похожи друг на друга, японцы, что-то не отличишь. Не, ну вот, по крайней мере, русских, украинцев все разные, как бы, ну, по внешности. Хотя, наверное, и китайцы тоже. Они видят развлечения, как бы. Знаете, друзья, мы с одной стороны должны быть полностью не похожи, с другой стороны мы должны быть очень сильно похожи. Ученики, они не просто были ученики, но когда они были с Христом, они были христоподобными, их начали называть христиане. Почему? Потому что они начали быть похожими на Него. Не просто они внешне стали похожими, но они стали похожи на Него в духе. Знаете, друзья мои, когда мы молимся в духе, когда мы вместе молимся, мы становимся одно. Знаете, вот свадьба была, да, я говорил ребятам, что вы настолько должны быть переплетены, чтобы вы были одно, чтобы невозможно было отличить, кто из вас кто. У вас должны быть одни мысли. Тогда ваша семья будет сильной. Я думаю, что такие моменты работают и в церкви. Когда мы переплетены, когда мы стоим друг за друга горою, когда мы не принимаем поношения, когда мы просто друг друга защищаем, покрываем, мы не принимаем клеветы, тогда наша церковь будет могучая. Вы знаете, друзья мои, что люди просто ищут, где бы безопасное место. Вы знаете, когда женщина рождает, ее помещают в помещение, где стерильно, где все хорошо. Ну, как бы, у нее есть определенный режим, чтобы следить, там, тяжелого не поднимать, там, что-то есть, что-то не есть.
Ну так вот, знаете, друзья мои, церковь, когда с ней все хорошо, она готова к зачатию. Написано, если вы будете только едины. Друзья мои, на единство люди приходят. Люди, ну, они чувствуют вообще атмосферу. Там, где хаос, там, где разногласия, там, где нету любви, не рождаются дети. Дети, нормальные дети рождаются в любви. Нормальные дети рождаются в нормальных условиях, в покое Божьем. Я говорю о духовных детях. Люди не рождаются там, где ссоры, там, где распри, там, где разногласия, там, где люди друг друга ненавидят. Люди рождаются в любви. Друзья мои, если посреди нас будет любовь, говорит, да увидят любовь между вами. Пробуждение приходит, когда мы едины, когда церкви едины. Давайте откроем Псалом 132. Этот псалом, он был написан во время хаоса и полного разъединения, когда люди вообще как бы друг друга не понимали. Но этот псалом говорил совершенно обратно. Скорее всего, ну, я читал, что, скорее всего, этот псалом пел Езекия. И тут такие слова, очень короткий псалом. Пень восхождения Давида. Когда, как хорошо и как приятно быть братьям вместе, это как драгоценный елей на голове стекающий, на бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благоволением и жизнь навеки. Как хорошо и приятно быть братьями вместе. Это как драгоценный елей. Знаете, друзья мои, когда мы собираемся вместе, когда мы молимся вместе, когда служение вместе, просто когда мы где-то проводим вместе время, я понимаю, что в этом сила. В этом сила, знаете, ну, Бог, Он переплавляет нас, и Он подгоняет нас таким образом, чтобы мы просто устрояли этот дом. Мы становимся намного сильнее вместе. Один просто компонент, это все равно, что, ну, вот цемент, хороший материал, но для него нужна вода, песок и щебень, да, в определенных пропорциях. Если просто цемент, влага попала, и все, ты потом его просто выкинешь, он ни к чему не годен. То есть мы нужны друг другу. Ты нужен кому-то. Тебе нужен кто-то. Для чего? Чтобы ты состоялся. Знаете, мы побеждаем только в команде. Просто взять любую команду, футбольную команду. Да, вот. Люди выходят на поле. Если каждый игрок будет играть сам за себя, вся команда проиграет. Но если все будут чувствовать друг друга. Вы знаете, когда люди сыгрываются, просто они чувствуют друг друга. Когда на репетиции люди сыгрываются, когда на поле люди сыгрываются, когда на евангелизации люди сыгрываются, люди чувствуют друг друга, люди поддерживают друг друга, и люди побеждают. Понимаете? Тело наше вообще уникально. Тело уникально. Его можно раскачать, его можно натренировать. Оно может принять какой-то вирус. Ты можешь достигнуть каких-то результатов, но только когда тело твое работает в единстве. Да? Все процессы. Ты покушал, позанимался, и все хорошо. Тогда есть результат. Когда тело работает. Представь, что вот ты хочешь, допустим, каких-то результатов, да, ты тренируешься, но твой пищеварительный тракт, он просто не принимает какую-то пищу, он не принимает тот белок, который тебе нужен, чтобы нарастить мышцы там или еще что-то, просто вот не работает. Как ты думаешь, получится у тебя результат, который ты хочешь, который голова задумала? Вот ты задумал, допустим, да, ноги свои укрепить, а у тебя просто вот, ну, пятка вывернута, и она очень сильно болит. Я не думаю, что ты начнешь бегать просто. Знаете, в Библии написано, страдает один член, страдает все тело. Так часто бывает, что человек в теле Христовом, ну, приносит определенную проказу, как заклятое. Знаете, евреи проигрывали, когда? Когда в стан приносили заклятое. И они не понимали, они и молились, и прорывались, и все, Боже, благослови. Только выходили как бы поражение, и они плакали перед Богом. Боже, что случилось? Почему мы проигрываем? Вроде все. И когда начали молиться, царь говорит, выходите по этим, по родам, по семьям, потом, говорит, по одному человеку. И когда нашли этого человека, говорит, брат, что ты сделал? Он говорит, вот одежду взял, там золото взял. Он говорит, давай, принеси сюда. Принесли, говорит, все, теперь забейте его камнями. Это Ветхий Завет. И евреи победили.
Знаете, друзья мои, я думаю, что нам нужно просто справляться с горьким корнем. Я знаю, что сейчас другое время. Я знаю, что Бог исцеляет. Я знаю, что когда мы в единстве, любая раковая опухоль, она уходит. За раком стоит определенный дух. Мы сейчас об этом поговорим и прочитаем это в Библии. И я хочу просто привести пример, раковой клетки в теле. Раковая клетка в теле. Когда ее смотреть через микроскоп, ее невозможно отличить от здоровой клетки. Она как обычная жировая клетка. Ее сложно отличить. Ее вообще не отличишь, даже через микроскоп. И ученые хотели вычислить, единственное, она просто не реагирует на команды организма. Все. Она просто не реагирует на организм. Все, что она делает, она берет все ресурсы организма. Услышьте меня. В теле. Берет все ресурсы в организме, но ничего не дает. Ничего не отдает. Она все набирает, но ничего не дает. Набирает. Никого так не видели? Если ты в таком состоянии, это очень плохое состояние. Ты должен отдавать. Написано, блажений давать. Вы знаете, что клетки вообще как устроены? Они размножаются, делятся там, те умирают, те поднимаются как бы. Эта же клетка, она неубиваема, она не умирает вообще. И она, что интересно, она никогда не стареет. Она никогда не становится взрослой. Есть люди в церкви, которые никогда не становятся взрослыми. Это раковые клетки. Я понимаю, что может тебе неприятно это слышать, но люди, которые никогда не взрослеют, это раковые клетки, это люди, которые всегда ропщут. Это люди, которые... Раковая клетка дальше что делает? Она не может сама по себе существовать. Ей интересно кого-то еще как бы подключить. И она поднимает вокруг себя кровеносные сосуды, другие клетки заражает, и она начинает расти. Знаете, друзья мои, не всегда рост – это то, что хочет Бог. Не всегда твой успех – это не то, что хочет Бог. Вы слышите меня? Люди иногда просто строят свою жизнь на каких-то талантах, на то, что у них получается, и они думают, что вот это вот оно хорошо. Не всегда так, друзья мои. Подумай, может, в твоей жизни просто рак завладел тобою, и написано там в Библии, что ихнее слово, оно будет как рак распространяться. Знаешь, когда человек заражен какой-то шизофренией, да? Он не остается один. Вы знаете, что люди, которые обиженные, они не держат это просто в себе. Они хотят рассказать еще кому-то, поделиться якобы благой вестью и спасти кого-то, помочь кому-то. Говорит, присоединяйся, вот есть еще такое мнение. Тебя, наверное, обижают, ты, наверное, чувствуешь себя рабом, а ты на самом деле царь. Не надо тебе так, нельзя смиряться, ты что, как бы. Присоединяйся ко мне, вот со мной тебе будет, я вот тебя люблю. Друзья мои, этот момент, он нездоровый. Он приносит просто разрушение. Деяние, 1 глава. «И собрав их, он повелел им не отлучаться от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». И 7 стих. «Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». И 12. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеонская, которая находилась близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где пребывал Петр и Иаков. И тут имена перевели. Все они единодушно пребывали в молитве и молении. И некоторым женам Марию, матерью Иисуса, и с братьями его. И в те дни Петр, став посреди учеников, и сказал. Ну ладно, это не будем. О чем я хотел вообще зациклить момент? Что эти люди, они соединялись вместе для определенной цели. Как вы думаете, для чего они соединялись? У них была определенная цель. Знаешь, что тебя ставит в единство? Цель. Если мы только соединимся в одной цели, а какая у нас цель? Да нет у нас вообще другой цели, как спасать людей. Вообще другой цели у нас нету. Все, что у нас есть, это быть едиными и проповедовать Евангелие, и спасать молодежь, взрослых людей, всех. Мы должны усилиться, укрепиться, друзья мои. Говорит, они усилятся и будут действовать. Друзья мои, когда мы только придем в силу, говорит, когда сойдет Дух Святой, вы примете силу. Мы молимся о силе. Да силы не будет, если мы не будем едиными.
Говорит, когда сойдет Дух Святой, знаете, наше единство, оно должно быть в Духе Святом. Оно не просто должно быть на словах. Наше единство, Дух Божий должен соединять. Вы слышите меня? Вторая глава. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почил по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещать». Друзья мои, они чего-то ждали, они о чем-то ревновали. Знаете, у нас бывает... такие посты пастырские. И Бог особенным образом приходит, когда мы просто соединяемся. Мы вообще все разные. Вообще, когда мы собирались, я понял, что я их не понимаю. Ну, как бы, вообще, как бы, в том-то и красота. Мы вообще очень-очень сильно разные, очень. Даже, ну, до конфликтов. Но, слава Богу, мы решили быть едиными. И знаете, Бог реально, ну, могущественным образом приходил и говорил каждому. И когда мы что-то пророчествовали, говорили, делились, знаете, как драгоценные камни, знаете, каждое слово, оно что-то весило. Ну, оно что-то показывало, что-то высвечивало какой-то момент. Кто-то слушал меня, говорит, о, я так получил откровение. Епископ говорит, слушай, а вот это ты мне рассказал, и правда, я этого не видел. А то, что епископ говорил, я понимаю, что, ну, мне это сильно надо. Вы знаете, что мы нужны друг другу. Мы друг другу, написано, чтобы кровь Христа она омывала. Почему написано, признавайтесь друг перед другом? Поймите, друзья мои, если кровь не проходит, ну, не циркулирует, просто плоть начинает отмирать, она начинает гноиться. Вы понимаете, если кровь просто не циркулирует, кровь должна циркулировать по телу. Это общение. У нас должно быть единство Духа. И размышлять мы должны о теле. Знаете, тело Иисуса, оно не было сломлено. Кость, написано, его не сокрушится. Его кость не была сокрушена. В те моменты, чтобы людям облегчить вообще их мучения, потому что человек, он, ну, задыхался, и ему как бы ставили эту подпорку, он подымался и дышал. И чтобы человек не мучился, чтобы он уже не смог подниматься, чтобы он просто задыхался. Им просто перебивали голени, чтобы человек задохнулся, и у него не было силы, ну, подняться, чтобы он не мучился просто. Но у Иисуса разорвалось сердце. Из-за чего? Потому что он потерял общение с Отцом. Вы слышите меня? Для того, чтобы тело не было ломимо, его сердце было разорвано. Почему фарисеи не разрывали свои одежды, они показывали вот эти понты? Но наше сердце должно быть разорвано. Павел говорит, в вашем сердце тесно, но мое сердце, оно расширено. Я хочу с вами общаться, у меня есть что вам сказать. Друзья мои, если наше сердце... мы его не разорвем. Тело Иисуса будет сломлено. Оно и так покалечено. Знаете же, на что тело похоже? На парализованного калеку. Тело Христа парализовано. Бог говорит, ну когда сойдет Дух Святой, вы примете силу. Когда Дух Святой вас объединит, вы примете силу. Эта сила как динамит. Вы разорвете просто царство тьмы. Просто порвете, когда вы просто соединитесь. Неужели вы не чувствуете, когда мы молимся вместе, когда мы вместе соединяемся, просто Бог высвобождает свою силу. Бог благоволит к единству. Вы слышите меня? Умоляю вас, братья. Знаете, Павел писал, он говорит, ребята, я вас умоляю. Он говорит, я вас умоляю. О чем он просил? Он говорит, я вас умоляю. Он говорит, не просто пришел как апостол, говорит, я сейчас вам расскажу. Он говорит, я вас умоляю. О чем он говорил? Как вы думаете? К римлянам. Я вас умоляю, братья, остерегайтесь производящих разделения. Он умолял. Он не просил, он не угрожал. Он говорит, я вас умоляю. Я думаю, что он говорил это в Духе Божьем. Я думаю, что, ну, то же самое и сейчас. Бог умоляет. Он говорит, я умоляю. «Остерегайтесь производящих разделения, соблазны вопреки учению, которым вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность, еще раз запомните, давайте скажем, ваша покорность, вере, всем известно. Известна твоя покорность? Или твой гневливый характер всем известен?
Говорит, ваша покорность всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ноги ваши вскоре. Вы слышите меня? Ваша покорность вере всем известна. Только в этом случае Бог говорит, я сокрушу под ноги сатану. Знаете, в многих церквях просто сатана, он господствует. Там, где разделение. Просто в многих семьях сатана господствует. Почему? Потому что мы не хотим быть рабами. Мы не хотим служить друг другу. Писание говорит, почитайте друг друга выше. Муж не хочет служить жене, жена мужу, короче, и все. Тот говорит, у тебя дух матриархата, а у тебя дух патриархата. И все, ты должна быть покорная, а ты должен быть главой, а ты как бы, и вот так вот, и все. А Бог говорит, почитайте друг друга, служите друг другу. Давайте к филиппийцам, последнее место Писания. Послание к филиппийцам, 2 глава. «То дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению и по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботе, но каждый о другом, ибо у вас должны быть те же чувствования, те же чувства». Те же чувства. Вы должны чувствовать, какие во Христе Иисусе. Знаете, Иисус, Он чувствует боль людей. Он говорит, у вас должны быть те же чувства, нервные окончания. Вы должны чувствовать. Вы должны чувствовать, когда огонь, ты должен обжигаться, когда это, ты должен чувствовать вообще. Потому что, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почил хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя и быв послушным до смерти и смерти крестной. Знаете, я знаю, что только рабы исполнят волю Божью. Только рабы, только покорные люди исполнят волю Его. Знаете, Бог говорит, ну, как там в Писании написано, сокровища сие мы носим в глиняных сосудах. Знаете, мы говорили о блуднице, которая свои волосы просто приготовила для того, чтобы вытереть Иисусу ноги. На что она понимала, что вся ее слава, вся ее честь, вся ее красота, она годна только для того, чтобы вытереть ноги Иисусу. Вот церковь должна поступать таким же образом. Богу нужны такие женщины, такие мужчины с такими сердцами. Богу нужны люди, которые будут рабами в Царстве Божьем. Бог говорит, ты смиришься под мою крепкую руку, я вознесу тебя в свое время. Да, может, ты боишься, что тебя будут контролировать. Смирись перед Богом. Бог говорит, смирись под мою крепкую руку. Смирись под мою крепкую руку. Единственное, что тебя может поднять, это смирение. Как ни парадоксально.